Дорогие друзья, сегодня ничего нет важнее того, что мы должны, обязаны сплотиться вместе и делать то, что каждый из нас может сделать для этого. Пожалуйста, посмотрите это видео Андрея Николаевича Илларионова, подпишитесь на его канал, продолжайте смотреть и размножайте это, распространяйте повсюду, среди своих еврейских друзей, среди своих украинских, русских, каких-то там не было. Потому что это зависит, наше будущее зависит от этого. Будущее наших детей. Если кому-то непонятно, что происходит, и у кого есть общий враг, то после этого видео должно быть уже понятно, ну извините за выражение, человеку с мозгами белки. Поэтому это очень-очень важно. Сейчас идет бой за жизнь. Мы не должны выходить из этого боя. Мы должны оставаться в нем и продолжать драться. Поэтому очень важно, чтобы вы посмотрели это видео, осознали и распространяли как можно больше по всем каналам, по всем соцсетям, по всем вашим родственникам и друзьям. Особенно те из нас, кому Украина, кому Израиль, кому Соединенные Штаты Америки не безразличны. Остаемся в строю, плечо к плечу, не падаем духом. Продолжаем драку. Капитан Юра, over and out. Смотрите. Война на уничтожение. Сегодня 4 октября, а вы на канале Андрея Илларионова. Хотел бы предложить вашему вниманию 20 тезисов о идущей сейчас Ирано-Израильской войне. Вначале несколько комментариев по поводу иранской ракетной атаки, а затем более общие наблюдения, замечания и выводы в целом об этой войне. Итак, первый тезис. Иранская ракетная атака на Израиль 1 октября. Судя по всему, Иран запустил порядка 200 баллистических ракет по Израилю. Из них 181 ракета долетела до территории или воздушного пространства Израиля. Целями воздушного налета были штаб-квартира Моссад, а также военно-воздушные базы в Тель-Тофе, Кацериме и Невотиме. В Невотиме зафиксированы не менее 32 ударов этими ракетами. Каковы результаты этого налета? 7 погибших, один иммигрант из Газы, оказавшийся в Иерихоне на территориях араб, один погибший в Иордании и 5 погибших при взрыве, при старте ракеты в Иране. Итого 7 погибших, все мусульмане. В Израиле погибших нет, есть разрушения, судя по всему, незначительные. Нанесены повреждения административным помещениям на нескольких военно-воздушных базах, поражение самолетов и серьезных военных объектов нет. Правда, буквально накануне этого налета два террориста, вышедшие из трамвая в Яффе, совершили нападение на израильтян, убили 7 человек, и 8-й человек, житель Грузии, скончался несколькими часами позже. 16 человек было ранено. Получается, что 181 баллистическая ракета не убила ни одного человека на территории Израиля, но убила 7 человек в других местах. А 2 террориста, оказавшиеся на территории Израиля, убили 8. Вот есть над чем подумать о современных средствах асимметричной войны. Второй вывод, какой приходится делать, это вывод о значении ракетного оружия в настоящее время. Несмотря на кажущуюся невысокую эффективность этого ракетного удара, мы знаем, что эти ракетные удары наносились в последнее время, наносятся сейчас и точно будут наноситься по территории Израиля из Газы, Ливана, Йемена, Ирана. Ответные удары идут, естественно, из Израиля по территории Ливана, Сирии и самого Ирана.
Наиболее заметными это удары, конечно, по штаб-квартире Хизбаллы в Бейруте или по йеменскому порту Худейда. Трудно представить себе более наглядный урок значимости и ракетного оружия, и противоракетной обороны для Украины. Той самой Украины, совсем недавно обладавшей мощнейшей научной базой по созданию и производственными ресурсами по выпуску самых разнообразных ракет. Утрата этой школы и этой базы огромной кровью отзывается и среди украинских военных, и среди украинских гражданских. Есть опять-таки возможность вспомнить классическую работу генералов Залужного и Забродского об имеющемся в настоящее время реальном центре тяжести российско-украинской войны. Это наличие или отсутствие Украины дальнобойных ракет. Мы также должны помнить о тех просьбах, жалобах, запросах Путина в адрес Соединенных Штатов и всего Запада относительно того, чтобы не давать Украине дальнобойных ракет, чтобы не размещать их на территории Украины, чтобы не разрешать Украине пользоваться этими дальнобойными ракетами по военным, для ударов по военным объектам на территории России. Мы должны помнить то обещание, какое Байден дал в телефонном разговоре с Путиным 30 декабря 2021 года, когда он пообещал Путину не предоставлять Украине дальнобойных ракет, что, собственно, и просил Путин. Мы понимаем, что, очевидно, именно это обещание Байдена, наряду с рядом других действий и Байдена, и его администрации, сыграло роль зеленого света, позитивной отмашки для Путина по осуществлению его широкомасштабной агрессии против Украины менее чем через 2 месяца. Важнейший вывод для Украины. Без собственного производства дальнобойных ракет, способных покрывать большую часть территории агрессора, остановить его вторжение, прекратить его и освободить оккупированные территории Украины от агрессора будет исключительно трудно, едва ли возможно. Третий вывод. Предупреждение Ирана. Особую пикантность нынешней истории придает тот факт, что Иран заранее предупредил и Соединенные Штаты, и Россию о своих ударах по Израилю. Некоторые обозреватели даже замечают, что Иран, возможно, поделился целями своих ударов с Соединенными Штатами или с Россией. Таким образом, теперь не только в отношении российско-украинской войны, но и, по крайней мере, для какой-то части Ирано-израильской войны, начинает действовать правило, которого, кажется, до недавнего времени не было. Не существовало. Появление нового класса войн. Согласованных войн. Войн, сопровождающихся информированием сторон, предупреждением, указанием цели, подготовки эвакуации и так далее. Явление которого раньше не было. Четвертый вывод. Ответ Израиля. Он неизбежен. Об этом, естественно, говорят все, об этом заявили израильские власти. Каким этот удар, этот ответ может быть? Сейчас широко обсуждаются цели, возможные цели, по которым израильтяне могут нанести удары. Среди них совершенно очевидные такие цели, как командные центры в Иране, объекты, связанные с производством ядерного оружия, ракетные комплексы, энергетическая инфраструктура, нефтяные терминалы на острове Харк, Кинганский газовый завод, порт Бендер-Аббас. Все это важно. Но для того, чтобы понять и смысл, и конечную цель этой войны,
Необходимо понимать природу этой войны для того, чтобы понимать, какие удары могут быть нанесены, когда, по каким целям. И тут мы подходим к серии важнейших выводов, касающихся природы этой войны. Итак, это не третья Ливанская война, не пятая Газанская, не четвертая Сирийская. Это вообще война не против арабов. Это первая война Израиля против персов. А чтобы быть точнее, против иранского режима аятолл. Надо отдавать себе отчет в том, что со стороны Ирана, начавшего эту войну, это тотальная война на уничтожение Израиля. На полное уничтожение Израиля и его населения. Это не обмен ударами. Это жесткая, идеологически мотивированная война на уничтожение всего израильского населения. По результатам этой войны, одного из участников этой войны не будет. Либо государство Израиль, либо иранского режима аятолл. Промежуточного варианта не будет. Шестой тезис. Когда началась подготовка к этой войне? Иранский режим аятолл начал подготовку к этой войне еще в 1979 году. Вскоре после победы так называемой Исламской революции. Тогда была провозглашена цель – тотальная аннигиляция Израиля и его населения. Для этого Иран создал новые вооруженные силы, запустил ракетную программу, запустил ядерную программу, создал мощную международную сеть прокси, доверенных лиц, групп, отрядов, частей, армий для нападения на Израиль с разных сторон. Особую роль в подготовке Ирана к тотальной войне против Израиля по уничтожению этого государства играет ядерная программа. В этой ядерной программе много разных историй, она заслуживает отдельного большого разговора. Но сейчас я хотел бы остановиться на одном пункте. Это седьмой тезис. Отношение разных администраций США к ядерной программе Ирана. Пожалуй, самую важную часть со стороны Соединенных Штатов Америки играли переговоры, какие проводили с Ираном представители администрации Обамы. Цель заключалась в том, чтобы позволить иранскому режиму проводить работы по обогащению урана. В ходе шести раундов этих переговоров в 2015 году была достигнута сделка, позволившая Ирану продолжать эти работы. С американской стороны главными переговорщиками в ходе этих переговоров были близкий друг и приятель Сергея Лаврова, министр иностранных дел России, бывший госсекретарь тогда Джон Керри. Это тот самый Керри, который буквально на днях заявил о том, что главной проблемой для него и его партии, Демократической партии, сейчас является существование первой поправки Конституции США, гарантирующей свободу слова и призывающей ее отменить и установить тотальную цензуру. В команду переговорщиков со стороны США тогда входили тогдашние сотрудники Государственного департамента, а ныне, сегодня, нынешний директор Центрального разведывательного управления Билл Бёрнс, нынешний советник по национальной безопасности президента Байдена Джейк Салливан, нынешний советник по национальной безопасности вице-президента Харрис Фил Гордон. Достижение этой сделки считают великим достижением и Обама, и Байден, и Харрис. Ну, естественно, и все участники этих переговоров, добившиеся заключения этой сделки.
Пришедший на смену Обаме президент Трамп в 2018 году объявил о выходе Соединенных Штатов из этой сделки. Более того, он ввел дополнительные санкции против Ирана. Пришедшая в 2021 году администрация Байдена возобновила переговоры и сняла значительную часть санкций, введенных администрацией Трампа. В результате Иран получил как минимум 10 миллиардов долларов из размороженных средств, а по словам кандидата вице-президента США Джей Ди Венса, сказанными им во время недавних дебатов, полученная сумма составляет порядка 100 миллиардов долларов. Но, видимо, Венс учитывает все средства, полученные не только в течение каденции Байдена, но, видимо, и в течение каденции Байдена и Обамы. Восьмое. Каков результат политики Байдена в отношении иранского режима Аятолл? Снятие Байденом санкций с Ирана привело к ожидаемому предсказуемому результату. В 2020 году, в последнем году каденции Трампа, валовой внутренний продукт Ирана составлял 196 миллиардов долларов. В нынешнем, 2024 году, 4 года спустя, ВВП Ирана ожидается на уровне 464 миллиардов долларов. То есть это означает рост в 2,4 раза. Рекордный рост ВВП и, соответственно, рекордный рост финансовых, экономических и военных возможностей иранского режима. Это то самое, о чем столько раз говорил Трамп. Трамп, будучи президентом Соединенных Штатов Америки, душил Иран экономически и тем самым ограничивал военные возможности иранского режима. Байден накачал Иран финансовым жиром, который террористический режим Аятолл использует для разработки и производства оружия, разного оружия, включая ядерное оружие, и для подпитки проиранских подразделений на всем Ближнем Востоке, нацеленных на уничтожение Израиля. Девятый тезис. А когда была начата Ирано-Израильская война? Она была начата не 1 октября. Это, можно сказать, вторая фаза непосредственно Ирано-Израильской войны. Она не была начата и 14 апреля этого года, когда Иран совершил первую ракетную атаку на территорию Израиля. Этому у нас был посвящен специальный видеоролик на этом канале. Война была начата 7 октября 2023 года, почти год тому назад, атакой Хамаса на территорию Израиля. И Газа стала первым фронтом этой большой Ирано-Израильской войны. На следующий день, 8 октября 2023 года, Иран открыл второй фронт против Израиля, направив на Израиль части Хизбаллы. Еще несколькими днями спустя, 19 октября 2023 года, Иран подключил к этим ударам хуситов, и они ракетными атаками по Израилю и по судоходству в Красном море открыли третий фронт против Израиля и Запада. Боевые действия также развернулись, пусть не в таком масштабе, на Сирийском фронте, Иракском фронте, на так называемых территориях в Иудее и Самарии, на территории самого Израиля, как, например, вот та самая террористическая атака на граждан Израиля 1 октября. Таким образом, до 14 апреля этого года было 7 фронтов. 14 апреля к этому добавился 8-й фронт большой Ирано-Израильской войны. Войны, нацеленной на уничтожение Израиля. Десятый тезис. Региональный разрез войны. Но, собственно, перечисление всех этих иранских подразделений прокси и дает нам список тех 7, а теперь уже 8 фронтов большой Ирано-Израильской войны. Газа, Иудея и Самария, непосредственно Израиль, Хизбалла в Ливане, хуситы в Йемене,
режим Асада в Сирии, шиитская милиция в Ираке и непосредственно сам Иран. 11-й тезис. Почему Иран начал свою войну на уничтожение Израиля не раньше и не позже, а именно 7 октября 2023 года? Он готовил ее почти 45 лет. Почему этого не произошло раньше? Почему он не отложил это начало на более поздний срок? Пока мы не можем сказать, что мы знаем все, но объявление большой войны глобального юга, так называемого глобального юга, против западной цивилизации, было провозглашено неким Владимиром Путиным 5 октября 2023 года на заседании клуба «Валдай», всего лишь за 36 часов до начала первых залпов большой Ирано-Израильской войны и атаки Хамаса на территорию Израиля. Как известно, накануне 7 октября военные делегации из России посещали и Тегеран, и Бейрут. ЧВК «Вагнер» принимал участие в подготовке боевиков Хамаса. Российский разведывательный спутник изменил свою орбиту за 2 недели до 7 октября. Сейчас во время военных действий в Южном Ливане израильтяне обнаруживают российское военное снаряжение у боевиков Хизбаллы. Израильская авиация только что разбомбила склад вооружения то ли на самой российской базе Хмеймим в Латаке в Сирии, то ли рядом с этой базой. На ней находились только что доставленные из Ирана иранские ракеты для обстрела с территории Ливана, территории Израиля. Все это вместе позволяет предположить, что Иран, готовивший свою тотальную войну против Израиля почти 45 лет, в конце концов решился на атаку только тогда, когда получил понимание, согласие или прямую отмашку из Кремля. 12-й тезис. Ответ Израиля. Естественно, ответ Израиля будет. Он неизбежен. Каким может быть, каким должен быть, каким ожидается этот ответ? Перед Израилем стоит не совсем простая задача, учитывая все. Территории, дистанции, размещение и, самое главное, смертельную опасность, какую для Израиля представляет иранский режим. Поэтому ответ Израиля не будет просто обменом ударами. И такого рода ответ не будет нацелен на получение громкого, просто громкого эффекта. Целью и первого удара, и последующих ударов, и целью всей войны станет уничтожение режима аятолл. Причем для Израиля, очевидно, надо будет это сделать таким образом, чтобы не антагонизировать население Ирана, по крайней мере, значительную часть его, с тем, чтобы не вызвать развитие шиитско-суннитского военного противостояния и, возможно, попытаться избежать взрыва этнических проблем в самом Иране. Конечно, идеальным вариантом было бы хирургическое изъятие режима аятолл из Ирана, создание нового режима, появление новой власти. Новой власти, которая бы смогла восстановить традиционные для персов и евреев исторические, если не союзнические, то дружеские отношения между двумя народами, существовавшие почти 2500, более чем 2500 лет. Однако ключевой фактор в определении времени нанесения ударов по Ирану и развертывания полномасштабной наступательной операции со стороны Израиля – это президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Если в Израиле
оценка будет таковой, что эти израильские удары могут повлиять на результаты выборов 5 ноября в пользу Харрис, то весьма вероятно, что такие удары будут отложены до после 5 ноября. Мы знаем, что госпожа Харрис является очень упрямой антиизраильской политической фигурой, а ее вице-президент является не скрывающим своих намерений и позиций антисемитом. Поэтому, если случится, что анализ покажет, что израильский удар не повлияет на результаты выборов, то, возможно, он произойдет и до 5 ноября. 13-й тезис. Каков возможный ответ Ирана? Кроме сугубо военных действий, Иран может предпринять три стратегических ответа. Первый и самый главный – попытаться вовлечь Соединенные Штаты Америки как нынешнюю администрацию, так и в том случае, если в ней в Соединенных Штатах появится другая администрация, в этот конфликт на своей стороне с тем, чтобы использовать Соединенные Штаты для оказания давления на Израиль по осуществлению так называемого перемирия. Иран может попытаться шантажировать Соединенные Штаты возможными ударами по энергетической инфраструктуре арабских суннитских государств в районе Персидского залива и тем самым провоцированием серьезного энергетического кризиса. Второе. Иран может попытаться сплотить жителей Ирана вокруг режима путем атак не только нефтяных, газовых, энергетических объектов, но и спровоцировать войну против суннитских государств тем, чтобы эта война воспринималась как религиозная, шиитско-суннитская. В этом случае арабские государства, которые в настоящее время либо придерживаются нейтралитета и неучастия в этой войне, могут оказаться в тяжелом положении. И, наконец, третье направление действий со стороны иранского режима может быть провоцирование этнических конфликтов на территории самого Ирана с целью создания у жителей Ирана впечатления, что для того, чтобы избежать кровопролитной внутренней гражданской войны этнического характера, лучше всего сплотиться вокруг самого режима. 14-й тезис. Последствия этой войны для Украины. Мне уже приходилось полгода тому назад говорить о том, что с началом Ирано-Израильской войны Украина, в принципе, получает первого настоящего союзника в конвенциональной войне против российского агрессора. Причем исключительно важного, сильного, мощного, умного, энергичного. Приобретение такого союзника Украиной может привести к трем возможным сценариям. Первый, минимальный. Отвлечение ресурсов Ирана на войну с Израилем и, соответственно, уменьшение давления со стороны России с точки зрения получения ракет, дронов и других ресурсов со стороны Ирана. Второе, как следующий уровень развития, формирование общего фронта жертв агрессий со стороны стран агрессивной оси, то есть со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Белоруссии, формировалась бы коалиция Украины, Израиля, как минимум, до появления новых фронтов этой большой глобальной войны. Как максимум, формирование такого альянса могло бы привести к достижению общей цели уничтожения соответствующих режимов как в Иране, так и у другого агрессора. Украине сегодня очень не хватает настоящего союзника на поле боя.
Израиль представляет собой идеального кандидата на такого настоящего союзника. Причем в нынешней ситуации не менее, а возможно более даже полезного и точно не менее эффективного, чем Соединенные Штаты. 15-й тезис. А какова реальная политика властей Украины по отношению к Израилю? Ответ разочаровывающий. Власти Украины последовательно проводят антиизраильскую политику, то есть уничтожая возможность формирования альянса между двумя жертвами таких агрессий. Власти Украины регулярно голосуют чуть ли не за все антиизраильские резолюции ООН. Украинские власти требуют создания так называемого палестинского государства, этого ударного инструмента для антиизраильских террористов и их удобного убежища после террористических атак. На последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, очевидно, самого выдающегося государственного деятеля мира последних 15 лет, украинская делегация покинула зал. Почему указанию? Почему безумному указанию они это сделали? Антиизраильская позиция властей Украины является не только позорной, но и свидетельством чудовищной некомпетентности и внешней политики, и оборонной политики, и общей политики Украины по противодействию агрессии. И агрессии индивидуальной против Украины, и коалиции агрессоров против жертв агрессии. 16-й тезис. Слабость США. И начало, и продолжение рано-израильской войны продемонстрировали чудовищную слабость нынешних Соединенных Штатов. Понимание того, что такое сильные США и насколько они необходимы миру, приходит именно тогда, когда Штаты слабеют и перестают выполнять функции международного полицейского. Именно тогда начинается безжалостная война всяческих бандитов всех мастей против мирных граждан, против мирных государств, жертвами которых становятся и слабые, и беспомощные, и беззащитные. 17-й тезис. Роль Байдена и его администрации. Она уникальна с точки зрения развязывания новых войн и производства новых военных катастроф. Мы это видели регулярно в течение всех 4 лет байденовской каденции. Позорнейший вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, зеленый свет вторжению путинских войск в Украину в феврале 2022 года, затянувшаяся эта агрессия из-за отказа Байдена поставлять необходимое оружие для защиты Украины, блокирование в течение многих месяцев Байденом и его администрацией и оказание колоссальной экономической помощи путинскому режиму, суммарно более полутриллиона долларов дополнительных доходов для путинского бюджета для проведения войны против Украины. Кроме того, то, что произошло во время каденции Байдена в Африке, это серия военных переворотов в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Нигере, геноцидов в Судане и Нигерии. Все это происходило при полном попустительстве, при полном разрешении администрации Байдена осуществления этих действий, которые проводятся под флагом борьбы с Западом, во многих случаях с непосредственным участием российских подразделений ЧВК «Вагнер» и другой помощи со стороны путинского режима. Конечно же, отдельное место занимает начало глобальной большой ирано-израильской войны 7 октября 2023 года на всех фронтах. Сюда же относится и вторжение на южной границе Соединенных Штатов Америки. 18-й тезис. Администрация Байдена продемонстрировала не только свою невероятную слабость, но и свою еще чудовищную некомпетентность. В начале 2021 года, когда директор ЦРУ Бёрнс заступал на свой пост,
он обнародовал приоритеты работы своего ведомства американской разведки на предстоявшие тогда 4 года. Затем он неоднократно повторял список этих приоритетов в ряде своих публичных выступлений. Ни разу за все это время им не было названо ни одной проблемы, какая реально случилась за эти 4 года. Ни Афганистан, ни Украина, ни Африка, ни Ближний Восток. Нельзя также не вспомнить знаменитый позор Джейка Салливана, помощника по национальной безопасности Байдена, который ровно за неделю до 7 октября 2023 года опубликовал статью в журнале Foreign Affairs, в которой заявил, что Ближний Восток переживает самое спокойное время за последние десятилетия. Прошла неделя, и наступило 7 октября. Но эти ребята не пропустили своего шанса на позор даже сейчас. Можно, конечно, смеяться, можно плакать, но это невозможно было представить ни в каком голливудском сценарии. За 5 часов до иранской ракетной атаки на Израиль 1 октября, утром 5 октября, госсекретарь администрации Байдена Блинкен в том же самом журнале Foreign Affairs опубликовал свою статью, в которой, перевернув ситуацию с ног на голову, после идущей целый год войны, начатой Ираном, призвал к обоюдному взаимному соблюдению обязательств со стороны Ирана и Соединенных Штатов Америки. 19-й тезис. Роль администрации Трампа. За 4 года администрации Трампа Соединенные Штаты завершили свое участие в войне против ИГИЛ и затем не были вовлечены ни в один военный конфликт. В мире происходили некоторые военные конфликты, но видно, что их было гораздо меньше, и человеческие потери в течение этих 4 лет были существенно меньше по сравнению с тем, что было до Трампа и после Трампа. Число терактов в Израиле упало, число погибших от этих терактов также снизилось. Число украинцев, погибавших на линии соприкосновения в Донбассе, упало в 16 раз. Это все происходило во время каденции Трампа. 20-й тезис. Роль предшественника администрации Трампа, администрации Обамы. За этот период произошло, согласно международному списку, 53 военных конфликта. Это вспышка военной активности, которой не было очень долгое время, которых не было накануне. Невозможно перечислить все эти случаи, я назову лишь некоторые. Действия Боко Харам, террористическая организация в Нигерии, война в Кот-д'Ивуаре, шиитское восстание в Бахрейне, ливийская война, сирийская война, иракская война, война в Мали, в ЦАР, в Мозамбике, в Конго, Уганде, Чаде, Судане, Южном Судане, боевые действия в Малайзии и на Филиппинах, геноцид рохинджа в Мьянме, оккупация российскими войсками украинского Крыма, война в Донбассе, начало войны против Исламского государства, Йеменская гражданская война, захват хуситами власти в Йемене, вторжение мигрантов в Европу, запуск межрасовой войны в США в 2013 году благодаря действиям господина Обамы. Все это происходило тогда, когда у руля мировой полицейской машины современного мира находились Обама, Байден, Харрис, Бернс, Салливан, Гордон. Как мы все знаем, всего лишь месяц нас отделяет от того дня, когда эта же команда, та же самая команда, может получить, а точнее присвоить себе мандат для продолжения поджигания нашего общего дома на следующие 4 года. Как минимум на следующие 4 года. Если их
не остановить, не дать им этой возможности и попытаться привести мир к более мирному состоянию. Но это возможно только если их не будет у руля главной мировой полицейской машины. Всего вам доброго.